Рекламное агентство «Адвант» – это место, где мечты наших сотрудников превращаются в реальность. Если вы хотите поменять место жительства, переехав в мегаполис и при этом не менять место работы, если вы мечтаете о карьерном росте и профессиональном развитии, если вы хотите работать в социально ответственной компании, где декретный отпуск для молодых мам – это радость, без тревоги о том, что будет, когда молодая мама выйдет из декрета, то «Адвант» – это ваша компания. Сейчас генеральный директор «Адвант» Игорь Су расскажет вам о возможностях карьерного роста и о том, как мечта поменять место жительства может стать реальностью. Рекламное агентство «Адвант» является частью группы компании «Магнат», которая состоит из дистрибьюторской компании, собственности самого агентства, из логистической компании, являющейся 3PL-провайдером, из сервисной компании провайдера типовых услуг и из девелоперской компании, которая занимается управлением недвижимостью, находящейся в собственности группы компаний «Магнат». Таким образом, сотрудник может реализовать свою карьеру внутри агентства, в коммерческом департаменте, в функционале, связанном с управлением человеческими ресурсами, в той области, которая связана с IT-технологиями. Либо он может это сделать внутри группы компании «Магнат», наиболее полно себя там реализовал. Помимо этого, наши офисы находятся в 15 городах России, и наиболее крупные из них – это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара. Если у тебя есть желание изменить место жительства, мы можем помочь тебе реализовать эту мечту. Строй карьеру внутри агентства и помни, с «Адвант» мечты сбываются. О том, как может исполниться ваша мечта о карьерном росте, вам расскажет генеральный директор сервисной компании Павловский Юрий. Люди рекламного агентства «Адвант» – это наша основная ценность. Поэтому самым главным кадровым процессом, который есть у нас в рекламном агентстве, мы считаем оценку персонала. То, что в других местах называют аттестация, и везде принято называть оценкой. Для того, чтобы вместе с нашими людьми радоваться тому, что у нас все здорово получилось, что мы достигли новых высот, что мы счастливы друг другу аплодировать, мы учим наших людей. Оценка – это интересное мероприятие, когда сотрудник разговаривает со своим менеджером о том, что удалось сделать, какие получены результаты, что считается хорошим, что считается плохим. Именно во время аттестации мы говорим с сотрудником о том, как построить карьеру, рассказываем о том, как можно продвинуться дальше в компании по карьерной лестнице, договариваемся о том, каких результатов нужно получить, чему для этого нужно научиться, где постараться, от каких ненужных привычек избавиться. Мне приятно, что каждый рабочий день я начинаю со слов «Доброе утро, мое любимое рекламное агентство». Я буду очень рад, если среди сотрудников рекламного агентства окажетесь в самое ближайшее время и вы. Добро пожаловать! Когда у наших сотрудниц мечта стать мамой сбывается, «Адвант» помогает сделать из мечты сказку. Об этом вам расскажет генеральный директор логистической компании Никифорова Татьяна. Люди на работе проводят большую часть активного времени, не считая сна. Рекламное агентство «Адвант» создает атмосферу, в которой мы занимаемся не только любимым делом, но и можем сделать мир немного добрее. Именно поэтому в рекламном агентстве «Адвант» был реализован конкурс социальных проектов. Победителем конкурса стал проект по донорству крови в Перми. Его высоко оценили, и он вошел в пятерку лучших в России. Большую часть агентства составляют молодые девушки, поэтому свадьбы, рождение деток – это радостные события, укрепляющие наш коллектив. Мы не боимся брать на работу потенциальных молодых мам. Мы поддерживаем стремление наших коллег успешно совмещать работу и счастье быть мамой. На данный момент 69 сотрудников рекламного агентства находятся в декретном отпуске. У нас есть два варианта удачного совмещения декретного отпуска и работы. Первый вариант – когда по своей инициативе сотрудник через 2-3 месяца выходит на работу и работает на хоум-офис. Второй вариант – когда сотрудник по собственной инициативе после года нахождения в декрете выходит на работу и сам выбирает себе режим рабочего дня. Это может быть хоум-офис, может быть неполный рабочий день. Мы делаем все для того, чтобы сотруднику и малышу было комфортно адаптироваться к рабочему дню мамы. Все перечисленное – лишь часть договоренности между сотрудниками и компанией в вопросах декретного отпуска. Мы поддерживаем желание наших сотрудниц быть не только профессионалами, но и счастливыми мамами. Не забывайте мечтать и загадывать желания. И с «Адвант» ваши мечты обязательно сбудутся.